не помешает немного женской энергии. Да. Дамы! О, твоей маме зять не нужен? Для такой крошки у меня купальник как раз не жмет, красотка? Могу помочь его снять. Эй, ангелочек, может, согрешим? Я не совсем понимаю, на что вы намекаете этими остротами, но чувствую в них некий скрытый смысл. Вероятнее всего, двойной. И хочу сразу уведомить вас. У меня нет вагины. А у него нет пениса? У нас нет гениталий. Ну ничего. Да, это нормально. Мы не осуждаем. У меня есть все гениталии.